Сегодня стартовал ЕГЭ по математике, второй из обязательных предметов для получения аттестата за 11 класс. Экзамен профильного уровня проходит 2 июня, его сдают 276 школьников Тобольска. Результаты этого вида ЕГЭ понадобятся для поступления в ВУЗ. Остальные, а это 409 учеников, 3 июня будут сдавать экзамен по математике базового уровня. Ко всем интеллектуальным испытаниям школьники готовятся максимально. Прям у нас были отдельные курсы, можно сказать, нас с нами занимались, чтобы мы не волновались перед экзаменами, что делать после экзаменов. И все равно был какой-то заряд позитива от учителя еще во время занятий с ней. Поэтому волнение ноль. Добавлю, что всего в Тюменской области ЕГЭ по математике сдают более 10,5 тысяч 11-классников.